Привет, друзья! В этом видео мы хотим показать наши сенсорные коробочки. Сенсорная коробка – это емкость с любым наполнением. Такая коробка дает возможность ребенку расширить свой тактильный опыт. Первая – это коробка с разноцветным рисом, фасолью и морскими камнями. Ариша очень любит перебирать фасолинки и отыскивать камешки. Вторая коробка наполнена маленькими фигурками из киндер-сюрпризов. Очень удобно хранить их в одном месте, а не собирать по всему дому. Не проходит и дня, чтобы Ариша не попросила открыть эту коробку. Здесь у нас и животные, и продукты, и транспортные средства, и много всего другого. Такую коробку можно использовать для игр на сортировку. У нас есть несколько карточек с изображением леса, города, дома. Я прошу Аришу положить на эти карточки предметы, которые можно встретить в этих местах. Карточки можно вырезать из любых журналов. Третья, самая любимая наша коробочка с манной крупой. Дочка называет ее песочком. Играть в этот песочек она может целый час. И четвертая коробочка, ее мы собрали совсем недавно. Коробочка вот с такими сокровищами. Пуговицы, стеклянные шарики, звезды, резиновые фигурки. Все эти предметы можно использовать во время занятий и игр. Вот, например, так мы с Аришей запоминаем цвета. Я раскладываю на полу разноцветный фетр, а ее прошу положить предметы на соответствующий цвет. Чем больше оттенков, тем интереснее. Используем сокровища из этой коробки и во время обучения счету. И когда играем с водой. И с пластилином. Мы обязательно попробуем сделать и другие коробочки. В интернете огромное количество идей для таких сенсорных и даже тематических коробок. Можно вместе с ребенком создать свой Северный полюс или подводный мир, а можно побыть фермером или побывать в мире юрского периода. Напишите, какие идеи есть у вас. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Пока!